Друзья, добрый день. Рада вас приветствовать на нашем канале «Переезд в Краснодар в Краснодарский край». Меня зовут Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс». Сегодня мы с вами находимся в городе Краснодаре, в районе Черемушки, Дубинка. Кому что-то это о чем-то говорит, посмотрите на карту. Место на самом деле хорошее. Объект у нас будет очень интересный. Он на две улицы выходит, фасадные части. Дом один используется как жилой дом, второй дом используется как мини-гостиница, да, такой вот коммерческий вариант, все как работающий бизнес. Также есть коммерческое отдельно стоящее помещение 57 квадратов по фасадной части. Вот я зашла сейчас с тихой, спокойной улицы, да, чтобы можно было рассказать, чтобы не было шума от машин. А тот наш второй фасад выходит прямо на проезжую часть, классно. А дома стоят вот так, это в серединке участка, чтобы было далеко от улиц, чтобы было не шумно в доме, но в то же время участок максимально правильно использовался. На самом деле такой уникальный объект по своим рабочим характеристикам. В городе встречаются такие объекты нечасто, поэтому тоже решили взять работу, вам показать. Несмотря на то, что бюджет немножко не в нашем канале, да, там 31 миллион. Стоимость данного объекта, ну вы понимаете, что у нас 5 соток земли, мы с вами в классном месте города. У нас работающий бизнес, у нас второе помещение, которое можно сдавать, можно заниматься самим. И у нас полноценных два больших, хороших жилых дома. Давайте будем заходить смотреть, ну и дальше уже будете принимать сами решения. Ну что, давайте заходить, будем смотреть с вами коммерческое помещение. Вот оно у нас, да, собственно говоря, по проезжей части очень неплохо здесь расположено. Улица хорошая, проездная, очень удобно добираться. Давайте будем заходить. 57 квадратных метров у нас данная площадь. Ну, не знаю, под что. Под парикмахерскую, пожалуйста, под офис, под мини-офис, под салон, под магазинчик, под маленький. Ну вот, подо что хотите. По ремонту здесь у нас плитка лежит на полу, стены здесь, декоративная штукатурка. Потолок здесь подготовлен под покраску, либо под натяжной потолок. Вот смотрю, плит-система установлена по отоплению. Здесь будет теплый пол, теплые полы по всему зданию. Есть подсобное помещение. Давайте посмотрим. Вот такая подсобка, достаточно большая, длинная по площади. На такое очень важное и нужное место всегда в любой коммерции. Поэтому, друзья мои, вариант у нас сегодня крайне интересный для города. Таких предложений, когда у меня есть вам и жилой дом, и коммерция сдавать, и второй дом как гостиница, как мини-гостиница, как арендный бизнес уже готовый. Вот, в общем, все, что хотите. Понятно, что цена вопроса у нас здесь приличная. Да, стоимость объекта 31 миллион, напомню, у нас составляет. Но тут действительно есть за что. Тут хорошее место в городе, классные подъездные пути, вся инфраструктура в доступности, и коммерция, и уже готовый бизнес. В общем, звоните, будем общаться, кому интересно. Так, в данном помещении не показала, еще у нас есть вот такое помещение, да, под названием санузел. Стены тоже облицованы кафелем. Вот, коммуникации все сюда заведены, также все центральное. И если внимательно смотрели, то здесь же также выведена вода. Да, вот сюда, почему я говорю, что под какой-то такой вот салон, под услуги, ногти, парикмахерские услуги, там, да, косметический салон какой-то, очень все даже прилично выглядит. Ну, в целом помещение универсального назначения. Вот подо что хотите, под то используем. Все, здесь закончили, идемте смотреть сам дом. Так, ну что, друзья мои, усаживайтесь поудобнее. Как бы мне не хотелось побыстрее пройти по этому обзору и уложиться 10-15 минут, у меня не получится, поскольку у нас два больших помещения, объект интересный, с изюминкой очень своеобразный. Да, таких вариантов немного, поэтому нужно все досконально показать. Мы с вами зашли с улицы. Дорожка из кирпича у нас ведет нас сюда на участок. Парковочное место для тех, кто потерял, оно у нас будет с обратной стороны от нашей мини-гостиницы, с другой стороны, да? Поэтому у дома, безусловно, есть парковка. А здесь место, которое могло использоваться под гараж или под парковочное место, ну вот оно правильно с моей точки, поскольку там проездная хорошая улица с хорошим трафиком пешеходным, да, она вот используется, да, подготовлена под коммерческое помещение. Значит, участок у нас земельный, здесь 5 соток всего, вместе с домом. Любимый вопрос, а это вместе с домом или отдельно? Вместе с домом
Вот это наша вся придомовая территория. А что касается сада, то смотрите, даже на таком маленьком участке стоят два огромных дома, да, которые коммерческое помещение, есть сад. Сад небольшой, но он все-таки, знаете, какой я попробовала. Виноград просто шикарный. Вот такая виноградная лоза. Далее здесь у нас есть груша, яблоня, черешня. Знаете, вот эту малышку вам покажу. И вот она с какими у нас здесь уже, прям покажу, да? Вот с такими плодами. Вот такая груша. В общем, груша, яблоня, черешня у нас здесь имеется. Виноград. Дальше вот сюда мы, если спускаемся, сейчас по географии, да, по локации покажу, по навигации, чтобы было понятно, куда мы что идем. Спускаемся вот сюда вниз. Здесь у нас еще сидит абрикос, слива. Вот такие деревья. Мы спускаемся вниз по участку. И вот прямо вторая часть нашего участка, она выходит на другую улицу. То есть такой сквозной двойной проезд у нас будет дом. 240 квадратных метров, мы его попозже посмотрим, который сейчас используется как коммерция. Да, все это соединено общим проходом, вот такой живой изгородью отделено. Используется как два отдельных самостоятельных помещения. Вот это бизнес, да, помещение под мини-гостиницу, а это, собственно говоря, дом. Давайте придомовую там мы посмотрели, мы еще к ней вернемся, раз уже не спустились. Пройдем, посмотрим, что у нас здесь. Здесь пристроено, хочу показать вам отдельное помещение, которое планировалось под, ну, под зону отдыха, скажем так, да. Прямо полноценная классная площадь, все коммуникации сюда заведены, частично что-то сделано уже по ремонту, но до ума так не довелось, как говорится. Но самое страшное и самое такое тяжелое, все выполнено. Значит, здесь заведены коммуникации все от дома, вода, свет, газ, канализация, все предусмотрено. Есть подсобное помещение, да, с обратной стороны у дома, вот в таком формате. Потолочек здесь натяжной матовый, стены под покраску и много-много-много стеллажей с банками, ну и все, что необходимо иметь для дома. А вот это помещение задумывалось как баня, как комната отдыха, как купель, да, здесь и парилка, и под санузел, в общем, все здесь предусмотрено. Ну, сейчас у нас здесь склад шин, но в целом вот такое помещение предусмотрено для зоны отдыха. Вода сюда выведена. Давайте буду пробираться, показывать. Вот сюда выведена водичка под душевую. Да, вот сюда рядышком угол, это парилка. Сюда комната отдыха. Тоже, пожалуйста. Вот такое отдельное помещение к дому у нас пристроено, которое является зоной отдыха, заведенными коммуникациями. Также все, что касаемо дома, вынесено сюда отдельно. И вот сюда отдельное подсобное помещение. Это мы с вами посмотрели. Давайте, чтобы не нарушать логистику, я спущусь вниз, да, и допокажу уже территорию нашего гостевого дома. И мы тогда уже вернемся с вами, осмотрим сначала основной дом, а потом уже осмотрим дом, который рабочий вариант. Так, вы поняли, да, мы вот в калиточку. Привет! Мы вот в калиточку сюда все спустились. И вот сюда дальше двигаемся по участку. Дом у нас этот будет большой, 240 квадратных метров. Там у нас 6 номеров, номерной фон, ну, главный постоялец. И вот таким образом у нас здесь территория предусмотрена. Мы обязательно к ней с вами вернемся. Гостевой дом на 240 квадратов, на 6 номеров. А может быть, это вам нужен второй жилой дом? Пожалуйста, двумя семьями, вообще огонь. Вот, да, частично сдавать, частично использовать. Это уже вы сами как решите. Так, все, предварительно здесь закончила. Пойду посмотрим с вами, как обычно, сначала основное жилое помещение, а потом вернемся вот сюда, к воротам и вот к этому красавчику, обложенному красным фасадным кирпичом. Пойдемте смотреть основной дом. Друзья, я спешу вам напомнить, для тех, кто впервые на нашем канале, у нас есть классный телеграм-канал. Если вы на него еще не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. Там важна актуальная информация по рынку недвижимости Краснодарского края. Ссылочка сейчас перед вами на экране, также внизу в описании к каждому видео. Буду вам очень благодарна. Подпишитесь, пожалуйста. Так, ну что, вернулась я на исходную, ближе к нашему объекту. Давайте досмотрим то, что они досмотрели. В общем, по деревьям я здесь прошла. Качельки, место им здесь есть, да? Вот такая
зона рабочая выведена для водички, мангальная зона большая у нас есть на втором участке, на втором доме, тоже потом покажу. Также есть подсобное помещение на улице, да, вот сюда, ну, как подвал, плитоперекрытие у нас, первый этаж, второй этаж у дома, что тоже очень важно, так же, как и во втором объекте. Коммерцию мы с вами тоже осмотрели. Ну, в целом, по участку, наверное, все. Давайте по тех характеристикам пройдем и пойдем смотреть уже с вами дом. Ну что, давайте пройдем по техническим характеристикам объекта. Дом у нас 2018 года постройки. Блок внутри, сверху планировался под фасадную отделку, либо штукатурку, либо дагестанским камнем. Ну, вот пока вот в таком варианте. Коммуникация у дома все центральные. Газ, свет, вода, канализация, септик. Септика у дома два отдельных. Коммуникации все подведены центральные. Все заведено и размещено в отдельных помещениях, что мы тоже с вами любим. По коммунальным платежам дом у нас обходится совсем недорого. В зимний отопительный период порядка 3000 это идет отопление газом. Дома площадью 182 квадратных метра. А в летний период не более 1200-1300. Цвет и вода, поскольку они у нас центральные, ну, тоже получается в зависимости от использования где-то порядка 1500. Поэтому в целом содержать такой дом, это выходит гораздо дешевле, чем квартиру трехкомнатную, двухкомнатную даже, да, в городе Краснодаре. Ну что, по тех характеристикам прошли, давайте будем заходить на объект и осматриваться с вами изнутри. Так, ну что, в дом мы с вами попали. 182 квадратных метра. Давайте с вами осматриваться по планировке. На входе у нас просторная прихожая, коридор 6,7 квадратных метров. Далее мы поворачиваем вправо, у нас холл, общая комната, гостиная, я бы ее назвала, 26,7 квадратных метров. На первом этаже у нас есть жилая комната, 12,3 квадратных метра. Кухня площадью 9 квадратов с выходом на балкон и санузел первого этажа, совмещенный площадью 4,4 квадратных метра. На втором этаже у нас расположились две шикарные комнаты площадью 18,8 и 17,3 квадратных метра. Также у нас здесь с вами есть санузел второго этажа 9,3 квадратных метра. Есть комната 6,7 квадратов. Можно использовать как кабинет, можно использовать как гардеробную, на ваше, пожалуйста, усмотрение. Планировкой мы с вами закончили. Давайте будем переходить к осмотру дома. Итак, 26 квадратных метров. У нас такая шикарная гостиная. Сразу скажу, что дом продается с наполнением, с мебелью. Та, которая представлена в видеообзоре. По ремонту сейчас буду говорить, может быть, потому что по стенам не совсем все понятно. Немножко сейчас вот сюда верну, чтобы было понятно, откуда зашла. 6,7 квадратных метров. Вот это наша прихожая. А стены у нас здесь частично вот под отделку, допустим, вот дверная арка, здесь венецианская штукатурка, очень красиво все сделано. Основные стены, а здесь у нас в предчистовой отделке, ну, то есть поклеить обои, либо ту же штукатурку. Смотрите, какое классное место по планировке, вот здесь предусмотрено под шкаф-купе. Да? Потолки здесь под покраску, ну, мы с вами в правую сторону поворачиваем и попадаем вот в эти наши 26 квадратов, то, что является гостиной на сегодняшний день. Давайте в другую сторону ее посмотрим. Керамогранит лежит на полу. А везде у нас по первому этажу теплый пол. Вот в таком формате у нас представлена кухня-гостиная. Сплит-система у нас повсюду расположена. В доме очень комфортно. Так, с вами далее переходим в площадь кухни. 9 квадратных метров у нас кухня, и именно то, что является, в моем понимании, обычной, полноценной площадью для готовки. Приготовили, покушали, и вот здесь это все соединено, да, как общее пространство. Хотите, можно дверь, хотите, не дверь. И вот мы попадаем туда, в гостиную. Кухонный гарнитур у нас остается при продаже. Все в очень-очень хорошем состоянии. Много ящиков, шкафы высокие достаточно. Пожалуйста, давайте все с вами посмотрим. Плитка тут все аж блестит и сияет. Вот в таком все у нас здесь замечательном состоянии. В правую сторону поворачиваем. И здесь у нас есть выход на балкончик. Ну, тоже такая дополнительная площадь, место для хранения. Вот в таком варианте здесь у нас все это представлено. С вами дальше разворачиваемся. Вот куда ни глянь, да, хочется рассмотреть поближе. Кухня у нас, стены уже завершены. Здесь у нас обои.
Так, с данным помещением закончили. Далее у нас санузел первого этажа. Давайте посмотрим. Вот такая площадь. Здесь у нас душевая кабина формат. Стены облицованы кафелем. Потолок здесь натяжной матовый, точечные светильники, наполнение мебель. Тоже все здесь у нас ванная мебель присутствует. Напомню, что у нас дом продается с ремонтом, с мебелью. На кухне у нас остается техника кухонная, а далее по комнатам техника будет согласовываться. Ну, пока не буду ничего обещать, да, говорю, что у нас дом с мебелью и с кухонным гарнитуром. Так, у нас с вами первая жилая комната на первом этаже. 12,3 квадратных метра. Мы с вами ее сейчас посмотрим. Давайте зайдем. Итак, заходим с вами в жилую комнату первого этажа. Давайте осмотрим. 12,3 квадратных метра площадь ее составляет. Помните, там с правой стороны она у нас расположилась от гостиной. В таком формате ламинат лежит на полу. Стены, давайте пройдем. Здесь у нас уже под ремонт. Стены оклеены обоями. Потолок здесь под покраску. Хорошая квадратная жилая комната. Мебель, которая представлена в видеообзоре, напомню, у нас остается при продаже. Пойдем с вами на второй этаж. Итак, на второй этаж нас ведет лестница. Напомню, что у дома перекрытие железобетонное. Первый, второй этаж. И на втором этаже у нас уже бетонная ведет лестница. Наделана плиточкой у нас здесь под мрамор. Здесь расположились, ну, замечательные по площади, считаю, две комнаты 18,8 и 17 квадратных метров. Шикарнейшие по площади. Давайте смотреть. Первая жилая комната. Ламинат лежит на полу. Стены здесь оклеены обоями. Зона изголовья у нас украшена красивыми декоративными вставками. И с левой стороны огромный шкаф-купе во всю длину стены. Давайте посмотрим с вами комнату в другую сторону. Да, не устану напоминать, что дом у нас продается не только с ремонтом в интересном месте, но и с мебелью. Вот такой у нас классный вариант. В этой комнате есть дополнительное помещение. Но если не хватило вот этого, давайте еще раз, огромного шкафа-купе, вот эту площадь можно использовать под гардеробную. Но в целом она предусмотрена как комната. Я бы думала так, что это можно использовать как под рабочий кабинет. Да, поскольку вот эта комната претендует полностью на мастер-спальню. Далее идем с вами отсюда. И перемещаемся во вторую жилую комнату. Она немногим поменьше у нас, 17 квадратных метров. Это вот такой чисто мужской вариант. Вот в таком формате. Стены здесь у нас обои. Ламинат лежит на полу. Потолок под покраску. Давайте посмотрим комнату в другую с вами сторону. Все-таки очень согласна с теми, кто говорит о том, что комнаты должны быть большими. Ну, если дом 80 квадратов, да, ну как там сделать 18 квадратных метров комнату? А вот если дом 180 квадратов, ну тут, конечно, есть где разгуляться. Собственно говоря, что сделали при проектировании данного объекта. Ну что, жилыми комнатами мы закончили. Давайте смотреть теперь с вами санузел второго этажа. Напомню, что у нас формат душевой кабины на первом этаже, а на втором этаже у нас ванная комната. Давайте все смотреть. Для тех, кто потерял унитаз, вот здесь он у нас расположился. Очень удобно. Кстати, очень широко по месту, потому что, да, часто говорят, что-то так неудобно все расставлено. Ну, смотрите, такая прям большая, 7 квадратных метров с плюсом. Вот такая ванная комната. Хороший сделан ремонт в ванне. Ну, еще раз покажу по планировке. Дверки открыты, да, чтобы было понятно. Вот такие две жилые комнаты на втором этаже и площадь ванной комнаты. Ну что, смотрим теперь с вами ту часть, которая у нас является на сегодняшний день бизнесом, коммерцией, по сути, на участке, да, напомню, что у нас два жилых дома полноценных, можно вполне использовать для проживания двумя семьями, но людей должно быть точно очень много, но сейчас это все работает, второй дом у нас работает как бизнес. Давайте смотреть, два отдельных входа, помните, я говорила, что у нас выход
на две улицы, два самостоятельных заезда. И вот в эту сторону у нас получается отдельный въезд, отдельные ворота. И поскольку сейчас это помещение, да, вот эта вот площадь, она у нас работает как бизнес, то те, кто проживают или желают проживать, ну, вот эту парковочку используют как парковочные места. Под машину место асфальтовое покрытие. На улицу от дома выведена вода. Пожалуйста, здесь и для помывки машины все это дело подключается. Ну и, собственно говоря, сам дом. Придомовая территория здесь небольшая, но она здорово, что имеется. Вон такие красивые цветочки сидят здесь. Крыльцо оформлено тоже розами. Такое эстетическое удовольствие, когда это все цветет, да? Очень симпатично получается. Если про зону отдыха, то, пожалуйста, вашим гостям здесь может быть вот такая мангальная зона небольшая. Шашлычок пожарить, выйти из дома. И вот, пожалуйста, такое вкусное дерево с инжиром. Да? Тоже здесь у нас на участке имеется. Что касается самого дома, давайте значит, еще раз. 2012 года постройки у нас дом. Дом на ленточном фундаменте. Лента, цоколь, плита. Далее у нас идет строительство основных стен. Внутри блок, сверху облицован красным кирпичом, облицовочным кирпичом. Вот в таком формате. Дом у нас получается трехэтажный, мансардного типа третий этаж. Сейчас будем с вами заходить, все смотреть. Коммуникации объекта все центральные. Газ, свет, вода, канализация, септики. Все подведено, подключено, отопление, все коммуникации, все разведено на два дома по отдельности. Ну что, в помещение мы с вами попали. Давайте смотреть, значит, по планировке первого этажа. На входе у нас прихожая, далее у нас идет холл 22,5 квадратных метра. На первом этаже у нас расположилась кухня 19,7, коридор, который переходит в прихожую, в подсобное помещение, в дополнительное, в котельное. В общем, есть котельная 7,8 квадратов, коридор 5,1 квадрата и прихожая, которая ведет нас на второй этаж. На втором этаже у нас будет две жилые комнаты площадью 20-30 квадратных метров и плюс подсобное помещение. И на третьем этаже у нас еще 4 жилые комнаты 10, 13, 15,8 и 13 квадратных метров. В каждой из комнат у нас свой собственный санузел. Кроме того, у нас еще санузел на первом этаже, который является общим. Дом, напомню, в данный момент у нас используется как такая мини-гостиница. Но в целом, собственно говоря, что проживают все здесь годами, не как в гостинице, а как вот такой, как гостевой дом полноценный. Давайте будем смотреть. Есть действительно что порассматривать. Итак, на входе у нас прихожая. Давайте к ней вернемся. Ну, такого формата. И далее сразу посмотрим. С правой стороны расположилась кухня. Кухня здесь общая для всех комнат. Ну, как-то, видите, тишина, красота, порядок. Говорит, что люди всегда хорошие, живут по много лет. И как-то собственники, ну, собственники вот эти вот не меняют. Смотрите, прям стена славы спросила, говорю, что такое, кто эти люди? Ну, это все те люди, которые долгое время здесь у нас проживали. Да? Ну и со всеми такие вот хорошие дружеские отношения сложились. А по стоимости, по арендной плате от 14 тысяч стоит за одну комнату здесь у нас на месяц. Сдаются регулярно, пустующих помещений фактически не бывает. Поэтому ну, такой работающий бизнес здорово. А помните, еще у нас рядышком... Рядышком здесь же по фасадной части еще 57 квадратов коммерции. Поэтому, конечно, в эту стоимость 31 миллион в городе, по сути, мы получаем здание коммерческого использования, да, как бизнеса, как арендный бизнес, плюс коммерцию под аренду. Так, я сейчас направляюсь слева по коридору, площадь подсобное котельное помещение. Сейчас мы найдем, где у нас включается свет, чтобы нам было посветлее, вот сюда. Посмотрим, 7,8 квадратных метров площадь здесь у нас составляет. Это выход на участок, чтобы можно было попасть на улицу. И здесь у нас, пожалуйста, с вами плиточка на полу, стены тоже в плитке. Здесь коммуникации, машинка стиральная, можно пользоваться, котел на воду, на отопление. Все здесь находится, собственник за этим следит. Жильцам как бы заботиться об этом вопросе не нужно. Далее у нас с вами здесь расположился санузел, который на первом этаже, который является общим. Давайте посмотрим.
Здесь, пожалуйста, тоже все красиво, стены облицованы кафелем, сантехника все необходимое установлена, все в хорошем-хорошем состоянии. Далее идем с вами на второй этаж. По комнатам, к сожалению, я не попаду, поскольку все у нас здесь жилое, да, все закрыто под ключами, поэтому, если кого-то интересует данный объект, вы, пожалуйста, приезжайте. Будем уже согласовывать рабочее время, когда, вернее, наоборот, не рабочее время, когда люди дома, чтобы можно было попасть посмотреть. Ну, все в хорошем состоянии, все в исправном, да, все работает. Значит, мы поднялись на второй этаж, вот здесь у нас две комнаты. 30 и 20 квадратных метров. Давайте посмотрим в другую сторону. Комнаты все автономные, все на ключах. И напомню, что в каждой комнате у нас свой санузел. Вот здесь у нас помещение дополнительное для хранения, пожалуйста. Тоже все с удовольствием пользуются. Все спокойно. Хорошие высокие потолки, кстати, в доме, друзья мои. И поднимаемся с вами на третий этаж. Так, на третьем этаже у нас, ну, здесь отсюда посветлее немножко видно. Раз, два, три, четыре жилые комнаты. Свет не включила на первом этаже, уже не буду спускаться. Ну, вот сюда. По планировке приложим, посмотрите. Давайте смотреть. Это как раз то помещение, тот жилой дом, который у нас используется сейчас под бизнес. Ну что, походим еще с вами по первому этажу, подытожу, что посмотрели. Значит, смотрите, сейчас собственник занимается этим бизнесом так, как будто это вот постоянная аренда. По сути, можно использовать данный гостевой дом полноценно как гостевой дом, так как такую мини-гостиницу, и сдавать номера посуточно. Но опять же, вопрос уборки, ухода, да, и вопрос заработка. Если этим заниматься вот в таком спокойном режиме, вот я вам обозначила, что от 14 тысяч стоит аренда в месяц. Номеров у нас здесь 6. Понятно, что чем больше площадь, тем дороже будет стоимость аренды. Место, напомню, шикарное. 3 минутки трамвай, 500 метров школа, 400 метров детский садик, остановки, магазины, магниты. То есть мы в классном районе, месте, да, район Черемушки, Дубинка, все это вот известно. Хорошие подъездные пути, ну, такой вот ухоженный, современный, достаточно уютный для проживания домик, который используется под бизнес. Ну что, друзья, всех благодарю за просмотр. Мы с вами осилили большой дом, точнее 280 и 240 квадратных метров объекта с коммерцией. Дом в городе Краснодаре, стоимость 31 миллион, со всеми центральными коммуникациями. Наш объект считает, что это прям такой достойный, интересный вариант. Если такой объект подходит, не забудьте сохранить один номер объекта, чтобы мы как можно быстрее могли ответить на ваши вопросы. Ну, конечно, всех всегда благодарю за просмотр, за ваше терпение, за ваше доверие. Очень стараемся подобрать для вас хорошие и интересные предложения по городу и по краю. Подпишитесь на канал, пожалуйста, если еще не подписались. Буду вам очень благодарна. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».